Добрый вечер. В этом выпуске расскажу результаты и ключевую статистику 28-го тура чемпионата Англии. Ньюкасл остановила 1-1. Черно-белые в конце игры на 94-й минуте вырвали ничью. Тем не менее, беспроигрышная серия Сорок увеличилась до 5 матчей. Лидс Челси 0-0. С приходом Тухеля синим ни разу не удалось забить в одной игре более 3 мячей. Зато команда имеет беспроигрышную серию из 13 матчей. Кристал Пэлас, Вест Хэм, минимальный счет 1-0, а вот в первом круге счет был более крупнее 5-1. Лондонский клуб одержал первую победу за последние 4 тура. Эвертон Бёрли, шестая команда сверху, проиграла шестой команде снизу 1-2. Последний раз бордовый клуб побеждал ровно месяц назад, 13 февраля, Кристал Пэлас. 14-й мяч в АПЛ записал Доминик Кальверт-Льюин и установил свой личный рекорд. Фулхэм Манчестер Сити 0-3. Фулхэм нестабильная команда, обыгрывает Ливерпуль, но крупно проигрывает следующий игре с Сити. Однако последние 7 очных встреч с горожанами ведет себя стабильно, не забив ни единого мяча. Брайтон вернул должок Саутгемптону за поражение в декабре 2-1. Чайки одержали первую победу за 1,5 месяца, а вот Святые в 5 последних турах проиграли 4 раза. Лестер разгромил аутсайдера Шеффилд Юнайтед 5-0. Клинки 13 лет не выигрывают в очных дуэлях. Ихеаначо сделал хитрик. Нигериец отметился в 3-м туре к ряду. У Варди дубль по передачам. Арсенал Тоттенхэм 2-1. Шпоры прервали победную серию из 5 матчей, а вот подопечные испанца Артеты 5 игр в различных турнирах не уступают. Выделим 10-й мяч для Казета. Манчестер Юнайтед обыграл Вест Хэм и увеличил беспроигрышную серию до 13 игр. Это самый длинный отрезок среди клубов АПЛ. Надо добавить, что МЮ отомстил молотобойцам за прошлый сезон, в котором потерял целых 5 очков в очных играх. Вулверхэмптон и Ливерпуль сыграют в понедельник. Расписание. Ближайшие матчи пройдут с 19 по 21 марта. В пятницу сыграет Фулхэм и Лидс, а поединок Тоттенхэма и Саутгемптона отменен. В субботу Брайтон, Ньюкасл, воскресенье Вест Хэм, Арсенал, Астон Вилла, Тоттенхэм. Напомню, половина игр 29-го тура была проведена в начале марта. Список бомбардиров, ассистентов и вратарей. Лучший Галядор, Салах, Ливерпуль 17 голов, Фернандеш и Кейн имеют по 16, Кальверт-Льюин забил рекордный 14-й мяч, лучший ассистент, Кейн 13 передач, Де Брюйна 11, Грилиш и Фернандеш имеют по 10, лучший по системе гол плюс пас, Кейн, форвард Тоттенхэма, набрал уже 29 очков, лучший вратарь, Эдерсон из Манчестера Сити 16 сухих матчей, турнирная таблица, Манчестер Сити с 20-го тура удерживает лидерство в таблице 71 очко, не вижу того, кто сможет их догнать. Думаю, что Лестер и Манчестер Юнайтед за 9 туров до финиша поборются за вторую позицию. Кстати, МЮ 16 туров подряд никого сюда не пускает. Челси удерживает 4 место, Вест Хэм 5. На позиции в Лиге Чемпионов может претендовать Эвертон, Тоттенхэм, Ливерпуль, Астон Вилла и Арсенал, имеет 41 очко. Внизу Фулхэм 26 очков, Вест Хэм 18, Шеффилд Юнайтед 14 очков. Услышимся на спортивном в следующих выпусках.